В Баку состоялся круглый стол с участием председателя общественного объединения «Поддержка развитию молодежи» Мухаммеда Мамедова, делегата молодежного саммита движения неприсоединения Юсифа Джафербиели, а также молодежных активистов. В ходе пресс-конференции на тему работы с молодежью, перспективы и приоритеты участники поделились своими планами на будущее и проектами, направленными на реализацию целей молодежной политики. Как отметил председатель общественного объединения «Поддержка развитию молодежи», значение, придаваемое государством молодому поколению, представляет собой важный исторический этап в развитии азербайджанской молодежи. Государственная молодежная политика, основанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, имеет исключительное значение в историческом развитии азербайджанской молодежи. Сегодня эта политика успешно продолжается. Так, в 2005-2009 годах была реализована азербайджанская молодежная государственная программа, а в 2006-2010 годах – программа развития творческого потенциала особо одаренных детей. Стоит также отметить госпрограмму молодежи Азербайджана 2011-2015 годах, молодежи Азербайджана 2017-2021 годах, а также госпрограмма «Стратегия развития молодежи Азербайджана» на 2015-2025 годы. Перечисленное мной является наглядным примером проявления главой государства Ильхамом Алиевым внимания и заботы о молодежи.